Сегодня приготовим очень вкусные маленькие пиццы. Такие пиццы просто находка для тех, у кого совсем нет времени, а приготовить что-то вкусное и сытное очень хочется. Готовятся они очень просто и достаточно быстро. Для пиццы берем готовое листовое тесто. Его предварительно нужно разморозить. Лист теста разрезаем на две части. Тесто немного раскатываем на листе пергаментной бумаги, посыпанной мукой. Сверху тесто смазываем кетчупом или томатным соусом. Колбасу нарезаем небольшими кубиками и выкладываем сверху на тесто. Сыр натираем на крупной терке. Потертым сыром посыпаем сверху. С помощью пергаментной бумаги тесто с начинкой сворачиваем в рулет. Получившийся рулет разрезаем на кусочки толщиной приблизительно 2-2,5 см. Рулетики ставим на противень, смазанный сливочным маслом. Сверху на каждую пиццу кладем немного натертого сыра. Пиццу отправляем в разогретую духовку до 180 градусов и выпекаем приблизительно 20 минут. Пицца получилась очень вкусная, мягкая и сочная. Обязательно ее приготовьте. Попробуйте такую вкуснятину. Если вы тоже любите пиццу, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал «Готовим дома». С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.